16 октября в Доме культуры «Звездный» состоялось закрытие очередной всероссийской акции «Вахта памяти». Архивные материалы, фотографии и предметы, найденные в ходе раскопок, личные вещи, гильзы, оружие и каски. На интерактивной выставке поисковые отряды районов Омской области продемонстрировали результаты своей работы. У нас меньше, чем 300 человек, но столько проектов, столько дел за этими отрядами, тысячи добровольцев, которые в различных проектах и регионального, и российского уровня, муниципального уровня, они открывают памятные доски, они открывают музеи, они работают на местах боев, они выпускают книги. В этом году наши поисковики в экспедиции побывали в 20-й раз. В августе отряды из Омска и Калачинска работали на местах ожесточенных боев за Ленинград. Там проходила международная экспедиция «Волховский фронт Акпраксин». В очередной раз школьники-добровольцы не побоялись трудностей и взяли на себя ответственность за сохранение памяти о тех, кто сберег свою родину. Когда перед тобой лежит на земле солдат, который точно как и ты, когда-то дышал, любил, мечтал, но погиб он из-за того, что началась война. Переосмысление в жизни происходит моментально. Мы ездили под Ленинград, Кировский район, урочище Воронова. Мы поднимали бойцов. Наш отряд вместе с Ханты-Мансийским автономным округом подняли 75 бойцов. Их не захоронили, но это будет сделано в 2020 году. Это, во-первых, в первую очередь память. И занимаюсь я этим, потому что руководитель – это моя бабушка. Она привела меня в это мероприятие. И для меня это стало как настоящим долгом и прям честь. Большая удача для поисковика – найти смертный медальон солдата. В апреле в ходе межрегиональной экспедиции «Воронова-2019» Вологодским объединением был обнаружен медальон Амича. Солдат 364-й дивизии Кирилл Семенович Апарко погиб в 43-м за Ленинград. Ценную находку вручили племяннице бойца. Мы дядю ждали всю жизнь. Несмотря на то, что на него пришла похоронка, его портрет всегда висел в доме у моих дедушки и бабушки. Ищите, находите. Это такое счастье, что вот он нашелся. Он не хотел лежать неупокоенный в этом земле, в этом болоте. Мальчишки его подняли, нашли, а теперь мы его и поменем. Пока не будет захоронен последний солдат, война не закончится. Юные добровольцы готовы днями и ночами вести раскопки в поисках тех, кто отдал жизнь за победу. В следующем году поисковики вновь отправятся в экспедиции на места ожесточенных боев за Ленинград, Москву, Калугу и другие.